Добрый день, дорогие друзья! Рада, что вы зашли ко мне на канал. Предлагаю вам сегодня украсить шоколадные капкейки с клубникой в космическом стиле. Это простой, но в то же время и очень эффектный декор. И такое оформление точно всем придется по душе. Рассмотрим мы именно процесс декорирования, и для него нам сначала нужно сделать крем. Делать я буду крем чиз на основе сливочного масла, и на 6 капкейков мне понадобится 74 грамма масла. Оно должно быть комнатной температуры. Добавляем к нему сахарную пудру в таком же количестве. И теперь все взбиваем в течение примерно 5 минут. Нужно, чтобы масло посветлело и увеличилось в объеме. Теперь добавляем крем-чиз. Его должно быть в 3 раза больше, чем сливочного масла, то есть в данном случае нам понадобится 220 грамм сыра. Взбиваем до однородности, и крем готов. Крем осталось только покрасить. Для космического стиля я выбрала 2 цвета, это синий и фиолетовый. Для получения красивого и интересного синего оттенка я использую 2 красителя. Один из них просто синий, а другой электро. Часть крема окрашиваем в синий цвет, а другую в фиолетовый. Можно также при желании добавить немного черного или красного оттенков. Краситель в крем добавляйте по чуть-чуть, чтобы регулировать оттенок. И также не забывайте, что спустя примерно 1-2 времени цвет крема станет чуть более насыщенным. Для этих капкейков я использую насадку «Закрытая звезда». Вставляем ее в кондитерский мешок, а сам мешок для удобства лучше зафиксировать на чаше. И теперь по очереди по одной ложке выкладываем сюда крем. С одной стороны синий, а с другой фиолетовый. Снимаем мешок с чаши и проталкиваем крем к насадке. Теперь можно приступить к кремовым шапочкам. Кондитерский мешок по отношению к капкейку держим перпендикулярно. И начиная с середины круговыми движениями выдавливаем крем, и получается красивая двухцветная шапочка. И точно так же поступаем со всеми оставшимися капкейками. Космоса пока не так много, и для этого нужно добавить посыпку. Выбирайте ее на свой вкус, ту, которая вам больше нравится. Сверху также добавляем ягоды. Сюда отлично вписывается голубика. Также их можно разнообразить с помощью капель кандурина. Для этого кандурин разводим в небольшом количестве водки. И с помощью кисточки наносим или же делаем брызги. И мне кажется, тут еще не хватает одной маленькой детали. Это сладкие шоколадные посыпки в виде сердечек. Жду ваши комментарии под видео, как вам такое оформление капкейков. Лично мне оно безумно нравится. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо, что были со мной. Всем пока и до скорых встреч!